Город Киев, вокзал, феврале 7, 2 недели, 2 дня, 2 сутки я здесь буду и постараться буду что-то вам интересное, информацию дать по городу Киев, постараться буду. Всем привет, всем хорошего дня, это Украина. Столица Киев. Я первый раз в город Киев. Мне надо уезжать в Россию. Такая ситуация получилась, что отсюда удобно будет ехать в Россию. За этим думал, что можно 1-2 дня остаться. Я хотел остаться, работать, жить в город Одессу, но мне не получилось. Я постарался, 5 месяцев жил. И я буду уезжать в Россию. Для России уже из Одессы неудобно не был. И так решил, что тогда приехать в Киев. Из Киев, Харков и все, уезжать в Россию. Я буду постараться, здесь мало, 2 дня буду. Среда утра уезжаю. Но сколько возможно будет, я скажу, что интересное есть. Если правду скажу, финансов тоже уже нехорошо, потому что... Ну, я, смотрите, в Турции был. Измир, город Стамбул, Львов, Ивано-Франковск, Молдавия, Херсон, Одесса, теперь Киев, Харьков. Потом Россия и все. Уже финансов не такой красивый. Надо ты работать. Ну, я работал в Одессу. 3 месяца, даже больше. Возможно, так получилось. Мы человека не знаем, что будет завтра. Я хотел документы готовить. Я на 1 год оставиться в Одессу. Вот, не получилось. И уезжаем. Спасибо вам. Не, да боишься за тебя, потому что ты все сделаешь. Все отлично, только здесь они говорят сами. Купи ты, фотку сделаем. Не знаю, почему я здесь так, но Львов так не был, Одесса тоже. В Киев, как Турция. Турция тоже так. Турист видит, заставляет, давай, давай. Вот здесь тоже так. Ну, я согласен, да. Киев большой город, но старый, здесь здание, как будто большой Тифлис. Как будто город Тифлис, ну, 3 раза больше. Здесь новый, я вижу, нет уже, все старые, здания старые, вот такие. Хилтон, Баку тоже есть, гостиница Хилтон, Баку, вот здесь тоже Хилтон.
Здесь Николаевские все, новые ничего нету. Не, конечно, не какой-то старый тоже красиво видно, но старый здесь. Вот Львов старый, но Львов очень интересный город. Я, если правду скажу, мне очень нравится Львов. Львов классный город. Гостиница красивый, Hilton. В Баку тоже красивый гостиница Hilton. В 2022 году, 7 февраль. Гуляем в Украине, столице, город Киев. И я первый раз в город Киев. Никогда не был. Еще раз Hilton показываем. Когда я из Одессы сюда приехал с поезда, проводник деньги хотел платить, что меня кофе дал утро попить, а у меня мелочные деньги не было. Я дал деньги, он сказал, мне нет в обратную сдачу, да, сдачи нет. И мне бесплатно дал кофе. Я объяснил, что тогда я буду вас благодарен не только так, и каналу тоже буду сказать. И женщина, имя было Оксана. Отсюда Оксана, вам еще раз привет из Киева. Я благодарю вашу гостиную кофе. Спасибо большое. Булап Молдове паркына окшадыш. Я когда в ноябре был в Молдове, Кишинов город. Это парк чуть похоже на Кишинов. Вот там вспомните, если вы смотрели мой видео в Молдове. Вот там тоже такой парк был. И там такой маленький кафе был. Там попить кофе, чай. Что-то бутерброд покушать. Вот капута мы сейчас в Кишинове. Ну только большой Кишинов. Капута 10 раз большой Кишинов. Но это Киев не маленький город, я согласен. Даже может быть 2 раза большой здесь люди, чем Баку. 2 раза.
Вот это да! Это красиво! Вот это мне нравится! Это красиво! Ого! Ну как? Мне нравится Киев! Да, да. Здесь дорога длинная. Вот это да. Ну, друзья, как? Давайте правда разговариваем. Пожалуйста, напишите комментарий, красивый, некрасивый. Вот, мне нравится это красивое здание, красивый квартал, квартиры здесь. Вы можете свой комментарий написывать сюда. Я не думал, что может быть Киев такой красивый. Вот, Львов больше красивый для меня, но Киев тоже красивый. Классно.